Всем привет, с вами я, Сэмзэй. Итак, в очередной раз проходит московский велопарад. Но в 2017 году отмечает свой юбилей. Пятый год. Московский велопарад проводится в центре Москвы, перекрывая для нас Садовое кольцо. Ну что, синоптики нам говорили, что у нас будут какие-то кратковременные дожди, а у нас выглядело солнце. Что нам говорит, что велопарад у нас всегда начнется при хорошей погоде. Даже несмотря на капризы синоптиков. Одним словом. Время 11:30 почти, и уже такой народ уже набрался. Хотя сказать, что порядка 30-40 тысяч человек уже точно наберется. Готовимся! Thank you.
Готовимся. Погнали! Мы проехали! Московский велопарад, друзья мои, всем счастливого пути! Встречаемся здесь! Так, приближаемся к одной из первых тоннелей возле Триумфальной площади. Вот еще один тоннель, пересечение Новинского бульвара и Нового Арбата. А что, разогнались? Ничего не скажешь, но нам нужно сейчас сужаться, потому что сейчас будет тоннель.
Велопробка, блин. Пробки даже у велосипедиста. Ну и тут лишь кратковременные. Автомобилистов это могут быть надолго. На 2-3 часа, а то и больше. А у нас на минуту. Сейчас у нас еще горочка. Поехали! Крымский мост перед нами, единственный навесной в Москве. Отсюда все видно, все набережные Москвы-реки. Каждый со своим звоночком. Так, ну что, Крымский мост закончен. Да, у нас спуск. У нас справа парк Горького. Мы в начале колонны. Сейчас у нас тоннель под Калужской площадью. Это да. Это третий тоннель у нас. На московском велопараде, юбилейном пятом.
Четвертый тоннель. Добрынинский. Ну что у нас? Мы уже проехали эту эстакаду, этот мост. И сейчас у нас завершающий тоннель Таганский. А дальше будет самое ужасное. Сейчас будем долго подниматься на холм в районе Курского вокзала. До Комсомольской площади еще 4 километра. Ну все, осталось только забраться на холм и доезжаем до Красных Ворот, а потом там поворачиваем и практически следуем до Комсомольской площади, площади трех вокзалов. Ну что, буквально осталось чуть-чуть. Вот сталинская высотка на Красных Воротах. Осталось нам сделать два поворота. Сначала на улицу Маши Порываевой, а потом на проспект Академика Сахарова. У каждого своя музыка,
Своя любимая. Начинаем поворачивать. Не сужение, а еще поворот, который хотят некоторые проигнорировать. Оля! Все поворачивайте за право, на улице Горальчевская. Проезд в Братке Сахова, территория Горальчевская. И все, на этом наш велопарад заканчивается. Сейчас мы поворачиваем за гостиница Ленинградская, одна из сталинских высоток. Велопарад закончился. Велосипедисты еще прибывают с Садового кольца, с улицы Маши Порываевой. Но для меня на сегодня это все. Итак, всем желаю хорошего лета. И больше всего катайтесь на велосипедах по улицам нашей столицы, Москва. С вами был я, СМЗ. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Спасибо, что смотрели. Пока.